Ребят, всем привет. У меня интересная, радостная новость, по крайней мере для меня. Помните, в предыдущем ролике ездили на озеро, где, как и обычно, было все засрано мусором. Не знаю, совпадение или нет, но приехав тогда на следующий день, также с баней-палаткой, вот, все опробовали. Мусор был убран, но убран как убран, в пакеты, но это тоже не может не радовать. Поэтому мы обязательно, как и обещали, приедем сейчас, хоть там и дорога такая себе для машины, ну покажу. Вот, и благополучно увезем это все на нашу мусорку, вот, то бишь в мусор вывезем. Ну, и продемонстрируем вам, и реально, кто это сделал, кто убрал, опередив нас, просто респект, уважуха, ребят. Ну, а сейчас давайте просто насладимся прекраснейшей дорогой, вот, до непосредственно этого места и нашего озера Талоне. Переключаемся от вида от первого лица. Сейчас будем проезжать мимо братского захоронения, которое также находится у нас в городке. А впереди едет дорогущая машина. Нет, сыночка, мы будем мусор убирать. Спускаться нормально, подниматься проблематично. Рыхлый песок плюс горки. Значит, я сразу говорю, не попасть. Не вписаться в поворот, впишемся. Аккуратно проходим. Не задевай никаких пеньков. Вон, у нас здесь вообще милое дело. По песочку-то самое то. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Едем убирать мусор. Изумительнейший, красивейший сосновый лес. Класснейший воздух. Озеро. А еще баня-палатка, да и ребята. Это просто великолепно. Может, в Сочах или где-то лучше, не бывал, не знаю, но мне и здесь по приколу. То ли потому, что реально по приколу, то ли, блядь, денег нету на курорт. Ну, наверное, второе и первое. Но мне и здесь ништяк. Так что нам бы, конечно, слетать куда-нибудь, посмотреть. И прям с курорта заснять видео и сказать, да ну нахер, фуфло. По крайней мере, за наше поведение, там, по-любому, на пляжу нельзя будет костер развести. Вот, палаточку поставить, а здесь можно все. Ну, по крайней мере, многое, но вот мусорить нельзя. Так, мы поднимаемся, и вот у нас, обратите внимание, с левой стороны стоят мешочки с мусором. Кто-то их благополучно и шикарнейшим образом убрал до нас. Ну, не знаю, почему они здесь их оставили, видать, не на чем было вывести, но очень радует, что они это сделали и убрали. Подъезжаем прямо к озеру, засняли. Включаем заднюю и подъезжаем к мусору. А вот и наши камушки вчера немножко переложили на те же самые холостники, только укрепил здесь кирпичами. И в принципе она вчера нормально отработала на 3 заходика. Но как говорил, в дальнейшем сделаем великолепно, все четко. Просто нет этого времени заниматься. Сейчас убираем мусор и нажимаем замечательную кнопку на линии желтую и работаем. А еще мне какая-то нехорошая птичка-чайка насрала на машину. Вчера не было. Но говорят, это к деньгам. Но это не точно. Может быть, просто ненависть. А мы погнали курировать эту горку с мусором.
в этом. Дело в том, что, блядь, стекло бьется, дети, любой может порезать ноги, это неприемлемо. Всем счастливо, всем пока, ребят. Не срите на природе, она все-таки мать ваша.